Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзорный пистолет компании Kijewords. Glock 17 на грингазе TBC. Давайте откроем его. Это стрейкбольная реплика австрийского пистолета третьего поколения, разработанной фирмой Glock для нужд вооруженных сил Австрии. Пистолет стал первым образцом вооружения, разработанный этой фирмой. Своими боевыми качествами и надежностью получил широкое распространение в качестве гражданского оружия самообороны. Затвор пистолета, ствол и магазин выполнены из алюминиевого сплава, а рамка, пятка магазина и спусковой крючок выполнены из ударопрочного пластика. Затвор у пистолета подвижный, есть имитация отдачи при стрельбе. Пистолет представлен в двух расцветках – песочного и черного цвета. У данной модели для регулировки pop-up потребуется выполнить неполную разборку пистолета. Нужно отделить кожух затвора от рамки пистолета. Для этого отводим затвор назад и удерживаем два ползунка по бокам. Подаем по направляющей вперед и снимаем его. Регулировку pop-up системы можно произвести с помощью колесика. У пистолета присутствует резьба под глушитель M14- и колпачок под нее. Данный пистолет работает на грингазе. Резервуар для газа находится в самом магазине. Также пистолет взаимозаменяем с магазинами на CO2 баллончика. Магазин пистолета вмещает в себя 23 шарика. На пистолете присутствует интерфейс стандарта Picatinny, на который можно установить лазерный целеуказатель или фонарик пистолетного типа. У Глока имеется два предохранителя. Один находится в передней части рамки снизу, другой на спусковом крючке, который исключает случайный выстрел. Также важно, после стрельбы при отправке на хранение пистолета не забывайте заряжать магазин газом. Это хорошо скажется на работе уплотнителя пистолета. А теперь давайте перейдем к хрону пистолета и проверим его в деле. Средняя скорость составляет 97,9 метров в секунду. Прицельная дальность составляет 20-25 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на наш канал. Пока!